В Москве за дожди объявили оранжевый уровень опасности. Ну, тайфунов ждать не стоит, но все-таки очень велика вероятность стихийных бедствий. Сегодня, как обещают синоптики, весь день будет лить дождь, поэтому обязательно берите с собой зонтики. Выпадет почти четверть всей сентябрьской нормы осадков, и при этом будет прохладно, 16 и 18 градусов выше нуля.